Так, мои телепузики жилетовские, я вам говорила, что мне подарили эти ботинки. Жилетовские, они есть у Ирины Владимировны в магазине, они зимние. Раз так брюки там или джинсы, или что вы там носите, одели их, и очень теплые, не скользкие, ребят. Я 38-й, и так они 38-й, вот они, вот они. Очень замш. 2 900, девчонки, идите, берите. Очень хорошие. У Ирины Владимировны Жилетова в магазине. Около 7-го дома магазин. Вообще хороший. Я хожу, как не знаю, мне очень нравится. Брюки одела и погнала. Не скользкие, они зимние, вот они, с мехом. Носочек. В размер мне. Вообще хороший замш. Замш натуральный. 1800. Ой, 1800. 2 900. Идите, девчонки. Там и брюки она привезла хорошие, стричь, вообще хорошие. Как раз мой рост тоже. Хорошие брюки там. 1900, что ли. Идите, берите хорошие замшевые ботиночки.